Всем привет! Вы на канале РБ Хоккей, где мы говорим исключительно на хоккейные темы. Меня зовут Владимир Дегтярев, и сегодня мы с вами поговорим о матче континентальной хоккейной лиги между командами «Динамо Москва» и «Автомобилист». Ну и сайт FunBet предлагает нам интересный коэффициент на эту встречу – меньше 4,5 заброшенных шайб. И вы знаете, я, пожалуй, соглашусь, я, пожалуй, порекомендую взять вам именно эту ставку, объясню почему. В последнее время у команды «Динамо» разладилась игра в обороне, и отсюда возникают проблемы. А мы помним несколько матчей. 1-0, да, поражение, точнее 0-1 от Сибири. Далее еще поражение, где было заброшено всего лишь две шайбы. Поэтому здесь я думаю, что динамовцы, несмотря даже на то, что команда возвращается домой и будет эту встречу проводить у себя дома, а дома, как всегда, как говорят, родные стены помогают, это, наверное, все-таки не тот случай. Что касается «Автомобилиста», то команда «Автомобилист», что крайне интересно, тоже не так много забрасывает, шайб в последнее время. Поэтому и здесь у меня тоже есть сомнение, что мы увидим какой-то сверхрезультативный хоккей. Я думаю, этот хоккей как раз будет с акцентом на оборудование, в первую очередь, как раз-таки от команды «Динамо Москва». «Автомобилист» в последнее время сложно эту оборону проходит. Хотя, опять-таки, в нападении у команды достаточно много классных мастеров, которые могут взять игру на себя, которые могут решить все сами. Но все-таки думаю, что в этом матче ставка на тотал меньше 4,5 шайб пройдет. Ну а если вы хотите еще больше хоккейных прогнозов, подписывайтесь на РБ Хоккей.